Здравствуйте, в эфире информационная итоговая программа «Новости 24 Саратов». Чтобы покорить Москву, нужно либо иметь большие деньги, либо быть из Саратова. Эта фраза Олега Табакова уже успела стать крылатой. Узнать, насколько справедлива эта фраза, мы решили у полуфиналистов программы Comedy Battle «Трио Марсы». У меня в гостях Алексей Сигаев, Алексей Туезов и Иван Бахтин. Ребята, привет! 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 Мы очень рады здесь быть. Как вообще появилась идея принять участие в этом проекте? Вопрос, конечно, очевидный, но без него не обойтись, потому что нужно понять, откуда вообще, кто придумал, как так получилось. То есть вначале это все было в качестве, а давайте-ка попробуем, все равно мы в этот вечер ничем не заняты. А как раз сегодня у нас проходит, в Аграрном, да, проходило, по-моему, у нас? Да, в Аграрном. На Советской Чапаеве у нас проходил кастинг, да, мы туда отправились, собственно, и сразу же, как всегда, у нас начались всякие проблемы. Вот, и в конечном итоге мы вышли перед жюри, да? Можно, те, кто отбирали. Мы уже вышли самые последние, уже они были уставшие, уже хотели спать, но тем не менее мы смогли их развеселить, они смеялись там до слез. И, ну. Кстати, прям интересный факт, мы шли туда как миниатюрщики. Да. Да. Да, мы дошли на кастинг, мы показывали миниатюры, но неожиданно у нас оказалась гитара шестиструнная. Когда мы ездили за моим паспортом. Взяли гитару с собой. И на всякий случай, да, подготовили еще такие наши три песенки. То есть у нас есть всегда песни, мы музыканты, и у нас есть всегда песни, и, собственно. В нашем творчестве. У меня на самом деле есть в намеченных вопросах, был такой вопрос, почему именно вот музыкальный формат. Видимо, именно потому, что зашло, да? Да. Дело в том, что мы случайно взяли гитару. И случайным образом в конце исполнили эти песенки. И, Иван? И как? И, о, да, это нам надо. Вот такая вот была реакция у главного из... креативных продюсеров. С какими иллюзиями вам расстаться пришлось, придя на проект? Ну, есть же какое-то представление о мире вот телевизионном, а приходишь и понимаешь, что все иначе. Думаю, что это будет очень весело, постоянно будут какие-то тусовки, вечеринки, знакомства там с кучей людей и так далее. Так думал. На самом деле это очень трудная работа. Несмотря на то, что мы там были все это время, мы работали. Мы писали, переписывали, постоянно были у нас какие-то редактуры, нам много чего вырезали, не нравилось. Мы постоянно писали, не было времени даже и поесть бывало, что не было времени поесть. И даже поспать. Да, я похудел там на 7 килограмм, по-моему, если не ошибаюсь. Я на 10. Вот, ты лучше. Вы хорошо выглядите, не ругайтесь. Прям отлично сейчас. Нет, но дело в том, что как бы не было времени на то, чтобы даже погулять по Москве, например. Вы-то как считаете, правдива эта фраза, что нужно либо денег много, либо из Саратова быть, или у других людей тоже есть шансы из других городов? Ну, поскольку мы из Саратова, мы, наверное, согласимся с этой фразой, потому что пока все идет у нас хорошо. И денег у нас нет? Вы тут все время плюете, стучите по дереву, вы, видимо, очень суеверные люди. У вас ритуалы какие-то есть? У всех творческих людей есть какие-то ритуалы? Да, у нас есть главный ритуал. У нас есть победный танец. Да. Красавец. Сидя его, возможно, как-то? Нет. Жаль. Да. В общем, смысл такой, то, что после удачного прохождения куда-то дальше или какой-то удачи в нашем творчестве, мы танцуем наш супер победный танец. Он очень несуразный, он ничего не обозначает. Это статичных движений, у каждого только это движение повторяется, у каждого свое. Я знаю. У нас пошло вообще это все еще с времен КВН. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Если не юмор, то что? Есть какой-то план действий дальнейший? На свой счет я скажу. То, что у каждого из нас есть своя работа на данный момент. И для нас это пока как, возможно, хобби. Иван так смело говорит, потому что у Ивана есть свой бизнес. Главное то, что мы себя на сцене Comedy Battle полностью реализуем как творческие личности. И это для нас главное. И нам так это нравится этим заниматься. Так как мы в первую очередь творческие люди до мозга костей. И для творческого человека очень важно где-то выплескивать вот эту энергию, чтобы это видели зрители. Чтобы это оценивали зрители, а сцена Comedy Battle подходит для нас 100%. Ребята, мы на самом деле были очень рады, что вы смогли в своем загруженном графике найти для нас время. Спасибо отдельно от меня за интересные и веселые ответы, потому что я боялась, что вы будете только шутить, но вы рассказали очень много всяких интересных вещей и о себе, и о проекте в целом. Я вас еще раз благодарю и желаю вам удачи в полуфинале проекта Comedy Battle. Спасибо, Даша, и тебе, что позвала нас. Нам очень приятно было побеседовать с тобой.
Всегда ну, пожалуйста. С вашего позволения. Вообще нам снова собраться вместе. Для телезрителей. Друзья, смотрите нас на телеканале ТНТ, потому что мы участвуем в телепроекте. Нет. Да и вообще смотрите Comedy Battle на канале ТНТ каждую пятницу в 22:00 и продлевайте себе жизнь смехом. Да. А я напоминаю, что гостями в нашей студии сегодня были полуфиналисты шоу Comedy Battle, трио Марс, Алексей Сигаев, Алексей Туезов и Иван Баксин. Всего вам доброго.